Приветствую всех. С вами Нидерамус, и мы продолжаем играть в Terraria Journey's End, мастер мод. На очереди у нас товарищ Скелетронище. Так, я забыл вот этот взять. Вот это тоже взять. Не то чтобы вот это было нужно, конечно, но тоже. Почему бы нет? Так, мне обязательно лук нужен. Так, вот эту штуку. Я подготовил немножечко больше эту арену. Эту дорогу, скажем так. На протяжении всей вот этой длины у меня активен баф. От лампы, баф от костра и баф от звезды бутылки. Не то чтобы этот баф мне был нужен, учитывая, что я не колдунствую колдунство. И я провел эту дорогу прямо вплоть до данжа самого. Естественно, тут не влезло. Тут метеорит нашел. Ну, я его не добывал, он мне не нужен был. Там, я когда строил эту дорогу дальше, там на заднем плане еще один метеорит пролетел, я думал, сейчас упадет, но он так и не упал. Видимо, у меня в мире достаточно метеорита есть. Ну, кстати, пока строил, набил там 300, нет, 450, потому что я там еще где-то два баннера повесил на месте. То есть 450 этих бошек метеоритных. Вот на этой части у меня еще не готов реген и прочее. Поэтому я отсюда побегу сразу вот на нижнюю часть. Вот на эту длинную. Которая у меня еще трофейная. На которой у меня где-то будет еще стоять... Площадка для ивента Армии Древнего. Да, мужик, говоришь, скелетрон-слизняк? Ну-ну. Слышь, на улицу пошел? Валим. Так, не надо меня долбить. Так, карту я уберу. Она мне не нужна явно. Так, надо, кстати, сразу подлечиться, чтобы... Мой откат уже на реген здоровья, чем на... Откат на зелье пошел. Так, ну руки, кстати, уже отваливаются. На удивление. А мои пчелы не попадают по нему. Оп. Так, я рыбу всю съел уже. Так, пол здоровья осталось. Ох, ну в этот момент, конечно, они
в него хорошо вжираются. И тут в этой фазе надо, пока он не агрится, летать тупо вокруг него. Потому что иначе он очень много своими черепками начнет сносить. Прекрасно. Преодолели мы скелета. Так, у этого крюка, кстати, два элемента. И по длине он как? Вот от костра до костра. А можно, кстати, с этим крюком пока побегать. Так. Где у меня тут заготовленные площадочки? Так, это был Пожиратель миров. И следующим мы преодолели скелетрона. С него... Ага, и все. Ну и вот этот крюк, который у меня сейчас есть. Кстати, раз уж я снял крюк слизня, то давайте положим его туда, где слизневые предметы. Ну, в общем, вот так вот легко за достаточно. Почему достаточно, в принципе, очень легко, я бы сказал. Преодолели босса. Даже полночи не прошло. Потому что в режиме эксперта, ну и, соответственно, в режиме мастера тем более, до хардмода, я считаю, скелетрона, если вот не подготовиться к нему основательно, одним из самых сложных боссов. Ну, кстати, баф от костра у меня здесь не везде, я почему-то костры забыл понаставить. Странный человек. В общем, да, баф от... Ой, скелетрон для меня один из самых сложных. Бывали такие мои прохождения, когда скелетроны мне было забить сложнее даже, чем стену. Это было не очень часто, конечно. Но такие варианты были у меня. Хотя я, в принципе, сколько... Не очень много именно раз на эксперте проходил. У нас теперь открыт данж, наконец можем пойти внутрь, исследовать его. О, прям сразу ключ. Это хорошо. М-м-м. 15 золотишек, это тоже неплохо. Теперь у меня в какой-то веке снова есть монеты. Так. Нету, по-моему, тут опять нужные мне книжки. Слышь? Точнее, как нужной? Не сказал, чтобы она мне прям нужна была. А, ну да. Я же недостаточно умный человек, чтобы освободить место перед походом в данж. Верно? Ну, всякую такую фиговину я уберу. Эти два баннера, это все тоже поубираю. Вот эту штуку я у гоблина купил. Просто потому что почему нет. Так, крюк мне явно не нужен. Это явно не нужно. Это тоже. Это тоже. Это тем более.
Оп, отошел. Нет, ловушка ты мне. О, еще ловушка. В общем, мне эти ловушки пригодятся. Так, я забываю, что в этой версии больше нельзя собирать свечу правым кликом, потому что она имеет режим, что ее можно просто тупо отключить. Сколько у меня бафов было ровно на одинаковое время. Так, шипы я поубираю. О, здорово. Черепок. Угу. Вот у нас механик появилась. Непонятно, что ее настолько сильно уже успело покалечить. Ну да ладно. Ну, в общем, она, естественно, недовольна. Упс. Не подходи. Забодаю. О. Так, та... Да в смысле? Ты упоролась? Так, я вниз уйду, чтобы черепок я не забил. Данженовые часики. Так. Ох, ты ж, я же не подлеченный. Фух. Чуть не сдох. Да, тут еще появились новые варианты ловушек. Который можно вот так вот пробивать. Ну, это и ловушки, и не только ловушки. Просто осыпающиеся блоки, которые ведут либо вот к настоящим ловушкам. Вот как вот это. Либо просто в другие помещения, как начало моего пути через эти камушки. Ну, у вас там дофига, конечно, господа. Хорошо, я могу вот так вот делать. А, я уже залечился даже. Фигасики. Ну это вы... Там, конечно, вечериночь устроили. Просто вдолбил их всех. Так, это я забираю. Это я тоже забираю. Другая территория пошла. А! Ой, ну а дверь-то за что? А, понятно. Типичный я. И типичные данжи
которые генерируются у меня в мирах. Новая территория всего на одну крохотную комнату. Я недоволен. Посмотрим, может, все-таки попадется еще нормальная версия. Книги я собираю. Там за мной что-то идет. Ох ты ж. Кстати говоря. Это вполне себе хороший вариант на рыбалку. Уже готовые. Готовый водоем. Я не помню, насколько полезно вообще рыбалку использовать тут будет. Так, ну давайте сразу сюда костер влепим. Так, исчезни, пожалуйста. Идеально. Тут у нас сразу есть щит кобальтовый. Есть ключ теневой от адских сундуков. Так, вот это я снесу, оно мне здесь не нужно. Оно тут будет только мешать в такой странной форме. Грибной биом, прямо так. Так. А, я не могу ничего сделать. О. Костяная палка. Используется, чтобы... Можно из костей строить какую-нибудь фиговину. Ну, мужик, ну что тебе надо? Не, баллист, конечно, классно помогает. Убирает ненужных свидетелей. А, окей. Последняя бомба была не нужна. Кстати говоря, хочу выбить с этих... мобов предмет Назар называется. Так, этот столик, в смысле, я же тупой, у меня же знахарь есть, я же технически мог этот столик у знахаря взять. Ну, в общем, в любом случае это очень полезный предмет. Так, я, кстати, далеко ушел? От. Не, я недалеко ушел от товарища механика. Я сейчас хочу вернуться к ней. И сделать эту Grand Design. По-моему, называется. Учитывая наличие зелья телепортации, я могу спокойно это сделать. Ах ты ж тело. Хитрая какая. Хорошо. Раз она такое хитрое тело. Так, а... Не, отсюда быстрее все-таки добежать до спауна.
она там ютится в каморке, которую я все никак не закрою, потому что строительные замашки у меня не так часто возникают. Так, я не понял, Карли, ты чё? У тебя он покалеченный пациент внизу живет. Она ни сном, ни духом. Так, кинжалы выкинуть. Бомбы, ладно, пока выкинуть. Что еще? Ладно, это пока выкинуть. Нужно это, нужно это, нужно это. Все ключи. По-моему, сотка проводов нужна. Давайте полку поставим. По-моему, вот так оно нужно. И вот на этом, что ли? Так. Многоключ. А, смотрите-ка, не это. Или там 200 проводов надо. Так, дайте-ка я к гиду смотаюсь. Гид у меня находится. А вот здесь. Я, кстати, заметил, что у меня там какой-то провод в доме есть, оказывается. Так, вот с чем? А! Нужна линейка, которая сейчас стала оружием, а не предметом, потому что эффект ее можно в любой момент активировать. Ага, здесь у меня, кстати говоря, тоже какие-то провода есть. Вот это. А, и на чем? Вот на этом. Прекрасно. Так, а и в итоге что у меня тут? У меня тут какой-то провод ведется через пол моей базы. Ну, не пол базы, конечно, это утрированно. Лампочки убираем, провода можно посносить. Заодно, во-первых, будет сразу видно ловушки вот такие вот. А что там такое? Это, по-моему, не данж там. А, нет, там тоже данж. Значит, давайте сразу обрежем проводок. Так, вниз ничего. Поймал. Нет? Так, хорошая работа. Имп. Я. Вот только вот к этим товарищам свалиться бы и только и не хватало, да? В смысле, у тебя столько живучести? А! Я же сдохну сейчас. Сказал я, потеряв процентов 20 здоровья. Вот прямо сейчас и сдохну. Так, а вот ты чё? На меня, что ли?
Ладно. Так, я хочу побольше вот этих лампочек, они мне нравятся. И можем призвать второго импа теперь. Под бафом вот этого столика. Угу, я тебе говорю, третья версия зоны. Что-то такие шипы я в первый раз вижу. Так, господа хорошие. А, нафиг, пожалуйста. Я жив. Каким-то неизвестным образом я жив. А они не очень. Так, ну и чё? Вечеринка закончилась. Какая жалость. И ну вот его, конечно, тут зажали просто. Фух. Дайте-ка я сразу схожу к этому сундуку. Ауч. Ну да, ничего особо прям интересного. Можно сюда, кстати говоря, хламчик поскидывать всякий. Это чтобы посветлее было. Это картина. Отсюда мне что нужно? Я по большому счету я не знаю. Прекрасно, просто такой кусок вне данжа, в который в теории даже возможно попасть, не открывая данж. Можно, то есть с помощью вот этого зелья есть крохотная, просто невероятно низкая, но все-таки вероятность, что именно в это место можно телепортировать. Пока. Здесь у нас Валор, Йошник, и все. Не подходи. Ну это такая вот дубинка магическая. Не скажу, что прям в восторге от нее. Хотя в какой-то степени она все-таки хороша. А! Вот это я, блин, умник нашелся. К
книжек все еще никаких. Точнее, вот той. Той единственной нету. Я, кстати, же могу что-нибудь в свинью положить. Так. Хорошо. А, я в свинью так ничего не положил. Допустим, это... Да что ж за фиговина-то? Я, кстати говоря, бафчик обновил, нет? По-моему, нет. Да, я явно не 5 минут назад нашел этот предмет. Настенный скелет. Висящий скелет. Катакомба. Вот этот скелетик еще сопру. Я, пожалуй, зельку съем. Нашел всякие хитрые ловушки. Меня насмерть не убили. Прекрасно, новый баннер. О, ну тут хотя бы комнатка на пару метров побольше. Не понимаю, почему сделана такая генерация, в которой очень часто не хватает какого-то конкретного биома. Кстати говоря, вот этот столик мне обязательно нужен. А не, ну слава Ктулху, вот хотя бы есть биом, который можно назвать хоть сколько-то не миниатюрным. Вот это тут мясо. Так. Баллист, а ты что не палишь? В смысле? А. Ну да. Ловушку-то я и не заметил. Стоял прямо на ней. Пожалуйста, мне яд уберите. Я не хочу яд. Не хочу, блин. Сейчас сказанул называется. Так, сюда и сюда. Урлюрлюр. Вот это тут просто экшон. Ай. А ладно, основной экшон ушел вниз.
Так, дайте мне, пожалуйста, построить. Ой, дракон, исчезни. Я тут хочу единицу красивую нарисовать, чтобы прям на карте видно было. Хотя, кстати, вот эти лишние, это уже получается жирная единица. Вот этот уголочек надо убрать. Здесь поставлю сундучок, который какую-нибудь фиговину можно поскидывать. Что еще можно выкинуть? Да, не знаю. Шипы, наверное, они бесполезны. Так. Так. Ну все, вот на карте единичку видно. Да, достаточно заметно. На будущее, когда у меня будет ключ и будет открыта возможность, я смогу не, в общем, беспроблемно найти еще два сундука. Кстати говоря, тоже теперь еще новый сундук появился, которого не было в других версиях, в более ранних. Кстати, еще один сундук. Это просто клондайк сундуков. Так, пожалуйста. Хватит. О, то ли контр. Тоже вещь, которую... И которую я хотел выбить, но забыл о ее существовании. Как бы странно это ни звучало. Просто согласен, звучит это реально странно. Но тем не менее, оно так и есть так. Ой-ой-ой. Нет, нет, господа, нехорошие, пожалуйста. Все вот сюда. Теперь снова сюда. А теперь снова сюда. Так, давай, баллист, это там... Снизу собач. По нашим дружкам. А я пока по этим. Вы мне дадите тут единичку нарисовать? Почему именно единичку? Это потому что здесь именно один сундук стоит конкретно вот в этой точке. Потому что они в итоге близко оказались, это другое дело. Но конкретно здесь один. Потому что где я именно впервые начал так отмечать циферкой, у меня в одном месте стояло сразу два сундука. Чтобы не ставить какую-то такую метку, я решил, что поставлю метку в виде двойки, чтобы сразу вот, увиделось, сразу стало ясно, что вот в этом месте два сундука, а в этом один. А так как тут
все сундуки по одному стоят, я везде единички и рисую. Да вы задолбали. Так, короче. Так, уйди. Дайте мне все забрать хотя бы. Животное. Так, скинем монеты. Скинем столики. Так, тали контур взяли. Ну, еще он прямо на меня телепортировался. Я добуду эти шипы. Да, окей. В этом данже повезло, все зоны есть в приличных масштабах. Якобы тупик. Какая-то странная единица получилась. Так, исчезни отсюда. Сейчас весь проход зажмакаю. Тут есть проход? Нет, там не вижу. О. Фух. Так, дайте-ка я вернусь. Фух, чуть не сдох. Прям максимально не вовремя на меня понавешивали всякую хреновину. Кстати говоря, это можно убрать. Поставить туда нормальную зелеварилку. Так вот, слизень. Вот, зелеварилка. А вот столик. А вот это можно сюда поставить, чтобы здесь я мог, если мне понадобится, использовать часы сделать с помощью цепи и слитка. Они мне там понадобятся потом.
О, ну вот, кстати, вот, даже вот с такого зума уже идеально видно все эти единички. Это пещера, видимо, какая-то. Ого! Я был так близко к данжу. Вот в этой пещере. Там аметистовая пещера еще есть. Ой, да ладно, вы чё? Как, ну внизу очевидно нет ничего, кроме ямы. Еще одна такая же яма. Вы повторяетесь, товарищ игра. Не подходи. Я тут все зажмакаю. Так, еще один вариант дропа. Как это, кто там? Ага, и здесь все. Здесь тупик. Вроде бы. Так, баннер это хорошо, конечно. Так, раз уникальный дроп, давайте заберем. Этим узким непрочищенным лабиринтом пробираться — это так такое себе занятие. Оп. У меня 4 сундука, да? Это какие? Кримзон, святой, ледяной и джунгли. И остался один. Как раз таки, который на втором месте. Потому как сильно меня интересует. Потому что на первом месте меня Кримзон интересует. О! Да неужели? Я уж думал, я ее не увижу. Ох, надо подлечиться. Валим. Ай, ну не надо же прямо в шипы бежать. Я где-то вот здесь вот еще не пробегал. А, я напомню, сундук может быть где угодно, да, по идее. Получай. Доволен? Так, здесь... Да нет, не тупик.
Так, я сейчас проникну в этот коридорчик. Верно я понимаю? Да. Я проник в этот коридорчик. Здесь человек-сундук обычный. Муромаса. 24-29. Чуть-чуть послабее, но побольше размером. И с автоатакой. Но без... без пчел. Так, это, походу, единственное место, где можно безопасно приземлиться. Что мне отсюда можно убрать? Вот это, естественно. Не знаю, почему на этом этапе так активно пропагандируют слабенькие зелья. Ну кто, где будет на этом этапе игры кушать слабенькие маленькие зельки? Такой вопрос со звездочкой, да? Кстати говоря, Назар мне так и не падает с этих черепков. Конечно, я их не то чтобы прям совсем сотню убил уже. Я их даже еще не 50 убил. Но тем не менее. Вот что. Крем-сода? Фух, на 9 здоровье успел сбежать. Учитывая, что у меня откат, что у меня регенерация. Ну, на самом деле она есть, это что-то мне дает регенерацию, несмотря на то, что я не могу регенерировать. Скорее всего, ее мне дает броня. С какой скоростью сейчас начинает восстанавливаться просто. Я даже сейчас зелье пить не буду. Можно пока убрать... по сундукам всякое. Так, синие часы. Как говорится, старые дедушкины часы. Так, эта печка мне здесь уже не нужна. Ага, даже так. Хреново огромные. Ну, конечно, понятно, что они высокие, но не лезут. А куда я их могу? Сюда я... Дряд, хочешь часы? Не хочешь, понятно. Ну, пускай здесь стоят. Не знаю зачем. Пока оба. Десять пятьдесят семь. Кстати говоря, давайте я быстро сбегаю. Гляну, что тут. Ага, опять тропическая барракуда. И зараза именно на поверхности джунглей, вот это печально. Ладно, у нас времени остается не так много в этой серии. Я там, думаю, за кадром дальше побегаю, поищу оставшийся сундук. По сути, у меня один остался. Давайте сейчас посмотрим, куда нас приведут вот эти зелья.
Подземные джунгли. Где-то недалеко. Ну, вот, кстати, точильный станок есть. А, я 40 штук, кстати, вот этих монитеров ушатал. Значит, скоро уже баннер у меня будет. Флэйрган. Ладно, это не особо полезная телепортация была. Далее. Серьезно? Опять джунгли. О! А вот это прикольно. Здесь у меня всякая фиговина, если уж честно. Причем мне некоторую фиговину можно даже выкинуть. А, он статуан геостой. Ну, таким образом мы нашли еще себе один островок. Так, большое дерево. Вот прямо вот под этим большим островом. И просто тупо пещерка из нихрена. В нигде. В общем, да. Как-то так. Иногда эти зелья отправляют в действительно интересные зоны, которые прям хочется поисследовать. Но, к сожалению, это был не то чтобы тот случай. Так, и где мой ткацкий станок? Здесь у меня вот эти штуки будут стоять. Нет, экстрактор. Самый логичный экстрактор где-нибудь вообще на складе поставить. А Living Gloom? Ну ладно, пускай пока здесь стоит. Пока я что-то более полезное не найду. А здесь мы поставим... эти... активируемые предметы. Так. Ну, эти два, что еще есть? Я знаю, есть еще кристальный шар. На мага. А, и коробка патронов. Она тоже покупается у странствующего торговца. То есть из того, что у меня есть возможность, у меня уже есть все предметы. Такие бафовые. В общем, на этом я благодарю вас за внимание. Прошу прощения, что-то икнулось. Оставляйте свои комментарии, кому есть что-то сказать. И до новых встреч в следующих сериях. Всем пока!